Привет, друзья! Сегодня 29 мая 2017 года. Это приветливая и красивая Нетания на берегу Средиземного моря. У меня много роликов снято про Израиль, Нетания. Вчера вы видели мой ролик про Иордан, Назарет и так далее. Но ни одного ролика нету у меня про рыбалку на Средиземном море. И вот сейчас мы с моим другом идем на рыбалку. Он меня поднял ни свет ни заря, что говорится. Ну, уже 7 часов утра, конечно. Мы идем на море. Море спокойное, насколько я вижу. Вот. И мы сейчас будем тестировать тот спиннинг. Куда ты идешь? Солнце. Так нам на эту сторону надо, Виталий. Пошли, хорошо. Сейчас, сейчас мы будем тестировать спиннинг украинский, украинского производства. Фаворит. Стой, машина. Сейчас машина проедет, а то она шумит сильно. Фаворит Bluebird 16. Вот, с смотрите. Тестом от 0,5 до 5 грамм. Вот я вам показываю. Это чехольчик. Итак, Лёнь, что это? Значит, тест какой здесь? От 0,5 до 5 грамм. Сейчас мы его и протестируем. Как раз волна сегодня маленькая, смотрю. То в море волновалось у нас дня 4. О, смотри, смотри, сколько народу уже купается. Слушай, 7 часов утра они уже купаются, на пляж позалезали в море. Рыбаки стоят. Я не знаю, вам видно отсюда или нет. Уже в море народ купается. Я вам скажу так, что до погоды. Погода здесь стоит, вчера было, ну вот мы были вчера в Назарете на экскурсии, было плюс 36. Позавчера мы были на Мертвом море, плюс 40 на солнце. Вода в Мертвом море вообще была, знаете, как ванну вы набираете, вот примерно такая же. Здесь на пляже вода тоже 25 градусов, 26. В общем, пошла жара в Израиле. Пошла жара уже, да. Ну что, следите, сейчас будем ловить рыбу. Мы проверим, какая рыбка водится в Средиземном море. Спускаемся к морю. Виталик, смотри, я почему тебе говорил, я обычно тут ловлю, обычно где-то часов до 8, до 9. Почему? Пока вот, вот это вот камни не закрывают, не делают тень. Появляется солнце, надо уже текать. Оно где-то в 10 уже стоять невозможно. Да, наших зрителей предупреждаем сразу. Глянь, как море отошло. Да, да, да. Мы не профессиональные рыбаки, потому если мы ничего не поймаем, вы на нас не обижайтесь. Следите за каналом. Вот эта вот фигня стоит. Море отошло. Мы сейчас вышли, видите, на берег. Здесь можно купаться без проблем. Море сегодня чистейшее, вода теплейшая. Мы идем по песочку. Вот здесь такой берег. Ну, как это можно назвать, и пляжная зона, и не пляжная зона. В общем-то здесь... Ну, это не официальный пляж, типа да, дикого пляжа. Да, да. Так что, ну, купаться спасателей здесь прекрасно. Здесь нет. Вот, можно. Мы сейчас пройдем немножко... Такие валуны там вот вдалеке стоят, излюбленные его. Сейчас мы туда придем и там побросаем Bluebird 16. Вот такой камень. А вот какие камушки. Кто-то полотенце забыл. Вот какой камешек. Сейчас я вам покажу, какого он размера. Вот такого он размера. Он такой песчаный. Песок с него скатывается так. О, ну пока я там камешек снимал. Лёня спиннинг.
разбирает. Ну, в общем, ребята, фаворит Blueberg. Чехольчик, я вам скажу, очень даже ничего, такое типа велюра сверху, причем внутри есть прокладочка. Подкладочка. Да, внутри есть подкладка вот такая. Вот, а снаружи такая, как велюровое покрытие. Очень качественно. Как бархат, да, напоминает? Да, бархат. Вот велюр, самый натуральный практически, вот. Ну вот написано фаворит. Ну, мы уже показывали это, да. Вот написано фаворит. Короче, за удочку рассказывай, давай, бери. Вот. Покажи, как она вот в руке, то-то-то, собирай ее, да. В общем, возьмешь в руки, маешь вещь, да. Вот комель нижний. Нижняя часть комеля. Вот такая вот птичка сейчас новая. Угу. И немножко изменен этот самый катушка-держатель. Тоже такая, более блестящая, более красивая. Передняя гайка. Вот фаворит, Blueberg. Так, пока там Леня собирает удочку, попробую температуру воды. Ну, учитывайте, сейчас только, ну, где-то часов 7:30. Ой-ой-ой! Вот это вода! Вы подумали, холодная? Нет! Вода вот такая вот! Почему я? Ой-ой, теплая! Так это еще только 7:30 утра. Прогреется. К обеду будет кипяток. Так, ну, катушечка у меня Shimano, такая простенькая, конечно. Shimano 2500. Ну, вот я ее поставил на этот вот сам спиннинг Blueberg. И вот смотрите. В принципе, баланс абсолютно идеальный, даже не качается. По берегу здесь еще стоят везде, ну, буквально через каждые 50 метров вот такие вот столбики. Что на них написано, я не знаю, но догадаться нетрудно по картинкам. На машине-мотоцикле сюда заезжать запрещено, с собаками запрещено, с водкой спиртным запрещено, палатки ставить запрещено, костры разводить запрещено. И также вы видите, вон видите, человечек нарисованный с горы падает. То есть предупреждение осторожно ходить по берегу, чтобы не упасть с берега. И также нарисован человек, который плывет по волнам и красной линией перечеркнут. Купание, я так понимаю, здесь тоже запрещено. Ну, люди купаются все равно. Как говорится, и здесь нарушают. Ну, видать, такова жизнь. Угу. Сильнее проверять не будем. Ну, вот это вот такая самодельная импровизированная мушка. На нее мы и попробуем сейчас забросить. Вес у нее 0,5 грамма. В общем, побросали. Здесь очень мелко. Мы сейчас немножко пройдем вперед по берегу, ближе к кормели. Там вроде бы сразу немножко так поглубже с берега, поудобнее будет бросать. Дальше не пройдем. Далее, дальше не пройдем.
Видите, где раньше вода была? На этих камнях. Огромные камни. Люди занимаются физкультурой по утрам. Только зачем эти палочки, мне непонятно. Да, Леня зашел уже в море. Больше, чем по колено. Шорты все мокрые уже. Думает, что так клевать будет лучше. Но что-то не клюет сегодня. Мелко здесь, мелко. Пока рыбак за моей спиной, видите, да, вон? Рыбу пытается поймать. Можно позагорать. Сейчас примерно 9 часов. Вот самое время загорать. Солнце не пекучее, не злое. В самый раз. Потому что к обеду солнце уже будет в зените и палить будет. В общем, мы перешли ближе к пляжу. Видите вы, да, за моей спиной вот уже пляж практически тут 100 метров. И попробуем здесь сейчас побросать. В общем, пока мы ничего не поймали. Ну, что я вам могу сказать? Рыба в Средиземном море точно есть. Но к нам на крючок она сегодня не попалась. Ну, вот такие вот дела. Ну, спин хороший. Ну ничего, повезет нам в другой раз. Вот такие дела. Так что, все равно, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс. Делитесь им со своими друзьями. С вами из красавицы Нетании Виталий и супер рыбак Лев. Пока. Это что, первый раз не выключил камеру?